проводится профилактическое мероприятие по времени третьих водителей. Машинку тогда будьте добры. Видите, вот! Трезвые, катаемся по городу с девушкой. Доброй ночи, дорожный патрульный служб, на полиции Авдеев. Извините, будьте добры, проводите профилактические мероприятия по времени для складки. Могу подышать чего угодно, куда угодно. Я абсолютно трезвый водитель. Показали отъезд, я поехал. Я вам показывал останавливаться. Ну, значит, надо изучать. Так, вот так вот палочкой почему? Показали сюда. Почему? В край. Ну, в край. Вас остановится, попросили. А скажите, за что забирают вашу машину? Без прав. Без прав вы? Да. А документы на машину есть? Есть. Были? Ну да. Ну просто из-за того, что без прав, поэтому да, забирают? Да. Угу. Собираетесь на права сдавать? Сдаю. Сдаете, то есть учитесь да. Сейчас? Понятно. Да. Здравствуйте! Проводится операция на трезвого водителя. Проверка водителя на предмет употребления алкогольных напитков. Будьте любезны ваши документы. Чего говорите? Закончите дорогу. Командир сюда. Чего? Здравствуйте. Соболевы да, достали мне, мне жить я хочу. Убийца хочу, вот честно, на камеру, я не хочу жить. Давайте поговорим, жить не хочу, потому что меня обманывают этот город.
как жить в этом городе? Скажи, я с Башкирии пришел, у нас так не бывает. Понимаешь, я жить не хочу, я пошел, куда уйду, туда уйду. Понятно. Почему так они справились? Скажи, почему? Где справились? Скажи, кто справ? Не могу сказать. Я иду по правилам, я жить не хочу. Мое право распорядить мою жизнь, правда? А сегодня вы выпивали вообще? И до этого пил часов за пять. Я не хочу жить, не за хочу. Что? Вы мне ничего плохого не делали, единственное, ну, вот сейчас, ну, пристрели извините, мне, ну пристрели мне, как собаку. Попались, вот сейчас инспектор. Я... Ну давай я сейчас нарушу, угонюсь с автомата, шлёпну. Я жить не хочу, пойми, командир, жить не хочу. Пристрелите мне, вот сейчас я нападу на него, пусть меня пристрелит, как собаку. Я хочу это, чтобы меня убил. Я хочу это, правда, я жить не хочу. Не напасть на него, чтобы меня пристрелило, и что делать? Я не думаю, что не надо нападать. Не жить не хочу. Вот, пацан, что хотите, то и делать. Я жить не хочу. Вот по-человечески не жить. Плюмы, права, они мне нужны. Покойнику документы не нужны. Кто мне поможет? Вы? Чем? Не, ну мы только констатируем. Да, мы констатируем. Да. А кто поможет мне? Кто поможет? Вы? Они? Да я сейчас подпишу, я пьяным, мне без разницы, без протокола. Подпишу сейчас, забирайте ее, сожгу эту сейчас машину. А смысл какой? Видите, что? Давай протокол подпишу, любой, брат. Хоть Владимир напишу. Николаевич. Подпишу любой протокол. Подождите, Владимир Николаевич, свидетельство не на месте здесь будете проходить? Я пьяный, допиши пьяный, нет, согласен. Вы по прибору будете по... Я согласен даже без прибора, что я пьяный. Убейте только меня. Нет, вы скажите, если... Я согласен без прибора вот здесь подпишу. Это обязательно. Вы можете без прибора, либо отказаться. Без прибора я согласен, даже без прибора пришел. Вы только убейте меня. Я вас спрашиваю, по прибору будете, по нашему? Без прибора я согласен, что я пьяный. Убейте только меня здесь. Согласен без прибора. Где подписать? Сожгу я эту машину. Но не жить, не охота. Это ваше личное транспортное средство, вы можете делать. Да, все, вот, командир, поймите, догнали меня в угол. Так нельзя человека загонять в угол. Я сейчас прибор достану. Не, я без прибора подпишу. Но здесь нет такого варианта. Либо вы отказываетесь, либо вы продумываете. Я согласен без прибора подписать, что я пьяный. Прибор опломбирован, все. Я не смотрю. Подберу, вы потом... Набирайте, без проблем. Лишайте, только убейте меня сегодня. Мы лишать вас не будем. Лишать убейте меня. Суд лежит, не только жизнь. Лишите меня сегодня, чтобы с позором этим не жил. Пойдет? Смотрите, пишите. Забейте меня, алкоголика, убейте меня. Сфотографируйте преступника. Пристрелите меня. Погон сорву. Вот я теперь возьму, как честный человек, и выпью. Пусть они его курируют, и что хотят с ним делать. Распечатаю при вас, она запечатана. Теперь я свой позор вот здесь сяду и пропью. Пусть долги летаем, блин. Вот за его здоровье, коньяк теперь. Теперь можно, да? Слава Богу. Можете сказать, вот как полицейские работают? Полицейские работают очень красиво. А здесь наши кингисеппские? Хорошо стали работать, да. Хорошо, очень хорошо стали работать. И слава Богу, что они есть. Иначе был такой беспредел на этих дорогах. Кто как бы хотел, так и ездил. Один налет, другой направо. Она, наверное, побьет меня. Смотри, какая красивая девушка. Как вас зовут, красавец? Скажи, что звучит. Культурные ребята никогда не грубят, я за их на работу. Ну, казанские полицейские, это вообще капец. Извините, а вас задержали, что в нетрезвом состоянии, да, за рулем? Нет, абсолютно. Просто проверка документов. А, просто проверка. Да. Никакого подозрения, что нет. Выпишем, нет? Угу. А вам сейчас предложат там дыхнуть в трубку или как-то, нет? Я советую вам поговорить с сотрудником ГАИ. А. Ну, а так вы трезвый? Абсолютно, конечно. Угу. Вы со мной общаетесь. Я просто не специалист. По... Вообще сегодня не выпивали ничего? Я тоже не специалист, нет. Угу.
Подозрение есть на то, что он выпивший? У данного человека есть явные признаки алкогольного опьянения, такое как запах алкоголя изо рта. Так что человек сам не отрицает. То есть он сейчас не говорит правду мне, я у него спросил, он говорит, нет, он не пил. Не знаю, мне в машине совсем другое сказал. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сейчас мной будет составлен протокол направления на медицинское освидетельствование, и дальше водитель будет направлен. Это, либо согласится пройти, либо откажется. А если он откажется, то... Это не выполнение закона требования сотрудников полиции, а прохождение медицинского освидетельствования состояния применения. Санкции там такие же, как и управление трезвым видом. Прошу прощения, вот я сейчас переговорил с полицейским, он говорит, что все-таки у вас есть признаки, и вы будете сейчас направлены в медицинское учреждение. А вы поедете, будете проходить, ну, уже в больнице? Все согласно законодательству. Сотрудники вот сейчас какие-то неправомерные действия делают, нет? Абсолютно нет, они в рамках закона действуют, вообще все в порядке. Понятно. Ну, они вам предложили, может быть, я так понимаю, что у них есть подозрение, и проехать в медицинское учреждение, пройти тесты? Ну, конечно. Да? А вы не отказались, вы проедете? Нет, в данный момент нет. То есть вы отказались? Да, конечно. То есть, ну, и вы знаете, что вы будете лишены прав там, как автоматически? Ну, это будет решать суд, а не инспектор. Здравствуйте. А чего вы удирали от полиции? Просто... Вас задержали, есть подозрение в том, что вы в нетрезвом виде? Но... Есть у полицейских? У кого? Ну, у полицейских есть такое подозрение, что вас... Маломальский. А то, что вы сотрудникам не остановились? Не заметил. А их не заметили? Их не заметил. Вы не остановились. Подскажите, вот задержан водитель... Он в нетрезвом виде? Я 24 часа не он спал. Прохождение освидетельствования по прибору алкотестера по профнесу у нас отказался. И также проехать в медучреждение для прохождения медицинского свидетельства также отказался. О чем была сделана запись протокола направленного на медосвидетельствование. И составленный судебный материал по статье 12.26 часть 1 Конституции Республики о правонарушении отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние алкоголя. Ну, санкции то же самое предусматривают. Полтора года лишения водительского удостоверения и 30 тысяч штрафов. Сотрудник правду сказал? Потому что независимо здесь и как бы... То есть, что вы отказались и от прохождения на месте освидетельствования и проехать в медучреждение? Пойдемте в машину.
рассказать, как вообще вел машину водитель, которого задержали? Как вел? Был кипиш в кабаке. Я не знаю, кто, ну, его на какой-то товарищ ударил девушку по лицу. Там, ну, естественно, наша местная началась драка. И это самое. А? Сейчас поеду. Сейчас, ну, две секунды, подожди. И как бы, ну, наши местные выскочили, все. Потом позвонили в ГАИ. Подъехала машина. Там, ну, драка началась. Потом он прыгнул в машину, а остальные там остались. Ну, а он один был или вообще с друзьями? С друзьями, конечно, они там остались. Остались. Блин, меня аж трясет, я просто от удара ушел, я отсюда не буду. Спасибо. Их до хера было. Скажите, а за что вас задержали? Ни за что. Ни за что? Просто так. У меня вырвали сумки паспорт, вырвали сумки права. Ну, то есть, неправомерно это? Незаконно изъяли. Незаконно изъяли паспорт мой и права. А вот что запах идет от вас, алкоголя? То есть, вы пили? Вы пьяным за рулем были? Нет, я за рулем пьяный не был. А где вы работаете? Нигде. Я вообще не работаю еще. А машина это не рабочая? Ваша личная? Я угнал ее. А, угнали? Да. Понятно. А то, что вот у меня сумки украли права и документы, об этом я еще буду разбираться. И заковали меня в наручники. Они отобрали у меня паспорт. Отобрали паспорт. Вот адвокат. Вот инспектора. Сяду, пока. А где адвокат? Где мой адвокат? Адвокат, да? Адвокат ваш. Вы такие не все парень, стоите тут, присаживайтесь. Не машу. Я не машу. Еще раз говорю. Где мой паспорт? Машину присядь. Паспорт, где мой? Уважаемый, короче, вы не выполняете законных требований со стороны полиции. А вы по которому автомобиль присядете? Да? Да? Я присяду. Присаживайтесь, я пожалуйста. Присяду только после того, когда вы мне предоставите адвоката и мой паспорт, если который вы выиграли. Ударством положен адвокат. Вызывайте. Положено, да, что? Я буду ждать. Машинки под присядьте и подождите. А рукоприкладство вы не имеете права применять. Я сопротивление. Я вот просто стою. Просто стою, никому плохого ничего не делал. Да. Сейчас успокойтесь, будьте добры. Сейчас просто усугубите свое положение. Да? Очень сильно, да. Успокойтесь сейчас. Отведите меня. Сейчас вас отвезу. Я пойду до последнего. Идите это до последнего. Я конечно, что докажу. Но мы сами. Ругаться не надо. Сейчас успокойтесь, значит правду сугубите. Да, незаконно, да, я сел пьяный за руль, это незаконно, да. Я осознаю свою ошибку. Так может быть отдохну. ОМОН вызывает, не справятся, они без ОМОНа, ёбаный. Конечно же не справятся. Да. Фотка. Вот. Ну, так это паспорт? Военный билет, а вон паспорт. Ключи, паспорт. Ну, а вы говорите, что они взяли? Это просто беспредел путинский такой. Машину, сигарету возьму. Вы дружинники, да? А я никуда хожу, понял? Предлагаю вам пройти следствие на месте с помощью алкотестера. Согласны? Проехать в медицинское учреждение города Кингисепп. Пройти медицинское свидетельство. Поехали. Врачом. Поехали. Согласны. Да, поехали. Присаживайтесь в фургон машину. Пойдемте. Нет, я в вашу машину не сяду. Предоставьте мне транспортное средство, я поеду. Так вот, пройти медицинское свидетельство. Согласны? Да, согласен. Пройдем. Не, в вашу машину я не сяду. Без адвоката я не сяду в вашу машину. Государством вы не обязаны положить, предоставить адвоката. Медицинское свидетельствование, вы согласны? Согласен. Пройдемте, прибор продуем. Ваш прибор я дуть не буду. Покажите мне сертификат. Пойдемте, все вам предъявим, пойдемте. Я поеду продувать. Угу. Учреждение. Присаживайтесь, едете. Вашу машину я не сяду. Другой машины не будет. Адвокатом являемся и поедем.
Не, я никуда, я не убегу, не. Я вам в третий раз предлагаю. Документы сначала передайте мне. Вот как вы вот из сумки забрали их, вот так же в сумку мне и положите их. Вы сейчас отдаете отчет, где вы находитесь, время, пространство? Да. Понимаете, да? Я нахожусь. Вы слышите меня, да? Услуги. Да, правильно. Что за улица? Как? Секреты. Пойдете на сумку. Нет, машинка уложена. Вашу машину я не сяду. Это ваша, это не ваша машина. Вы в нашу машину не сядете? Нет. Значит, вы отказываетесь пройти следом? Я не отказываюсь. Для того, чтобы вы пройти следом, же говорю, вам надо проехать с нами. Я же говорю, я не отказываюсь. Для того, чтобы верните, пожалуйста, мне мои документы. Документы, вы верните слышите, мне. Пройдемте с нами. А вы слышите, что я вам говорю? Вы слышите? Верните мне мои документы. Я не поеду. Вы отказываетесь проехать? Я не отказываюсь. Без документов? Я согласен. Проедем. Я согласен ехать с вами. С чем вы согласны? Проехать вот и пройти. Вот машина, поедемте. Я согласен проехать, пройти медицинское освидетельство. Для этого вам надо... Но для этого поехать. Верните, пожалуйста, мои документы, которые вы у меня изъяли незаконно. Слышишь? Вам было предложено. А я согласен. Машинку пройдем. Да? Да. А верните мне мои документы. Я не выполняю законных требований сотрудников полиции. А как это бывает? Вы мне сейчас условия какие-то ставите. Я пошел, я забираю ключи от машины, я пошел денег на телефон вложить. На чей телефон вы денег пошли вложить? На свой. Так а вас кто отпускал? Мне надо позвонить. Вы административно задержаны. Да? Да. На каком основании? Вам уже на основании алкогольного опьянения. Я разговариваю с сотрудниками полиции, а не с тобой, если чё. Да? Да. Чё? А чё ты чокаешь-то?